looking at you. Ребята, всем привет! Сегодняшнее видео я хочу снять о пустых баночках, но не просто пустых, а пустых мейкап баночках. Почему пустых мейкап баночках? А потому что я это видео снимаю для сайта makeup.ua. Это такой онлайн-магазинчик на дому, можно сказать. Парфюмерии, декоративной косметики, уходовой косметики, всяких-всяких разных бьюти-штучек. И давайте начнем. Не будет кучу банок, я покажу немного продуктов, можно сказать, даже парочку, так как я покажу только те продукты, которые я заказывала на этом сайте и которые реально покорили мое сердце. Начнем мы с вами с одного продукта, который не я пользуюсь, а пользуется моя мама, и очень в восторге. И понимаете, я смотрю на нее, вижу, как это все выглядит на ней, и реально я это могу посоветовать, порекомендовать. Когда-то мама покупала вот такую красочку для волос в Чернигове. У нас на родине, в Херсоне, из Скадовске, где я живу, я на 2 города живу, нигде я не могла найти эту краску. Но когда я сделала первый заказ на сайте Makeup, я наткнулась случайно на то, что там была вот такая вот Биолита Люкс Колор, оттеночный бальзам для волос, красочка такая, и я уже заказываю второй тюбик маме. Я вставлю вам фотографию, как это все выглядит, чтобы вы видели наглядно. Это очень достойный продукт, как бальзам оттеночный. Он, можно сказать, почти на уровне красок стойких. Он хорошо держится, хорошо прокрашивает. Если у вас есть сединка, он ее закрасит. Они будут выглядеть пересушенными. Будет классный блеск. Очень экономичный, так как у моей мамы волосы немножко ниже плеча, ей хватает, ну, точно на полгода этой краски. Достойный продукт за свои какие-то копеечные денежки, за 50 гривен, это идеальный бальзам, поэтому присмотритесь, кто не хочет убивать свои волосы жестокими красками, вот это вот хорошая альтернатива для ваших волос. Следующий продукт, который я вам покажу, это был купленный на мое день рождения прошлое, но один продукт я добила еще прошлым летом, один вот пользуюсь немножко прошлым летом и добила вот недавно. Первый продукт, который я добила еще прошлым летом, это был вот такой сахарный скраб для тела от Fresh Juice. И он идет у нас с апельсином и манго и с маслом амаранта. Это классный сахарный скраб, он крупный, с абразивными большими частичками, хорошо скрабирует кожу, приятно пахнет, девчонки, просто съесть хочется. Когда вы его наносите и потом смываете, да, после использования, он не просто смывается сахаром, а он смывается классным беленьким молочком, тем самым, что он вам не пересушивает кожу. Вот это действительно мой летний must-have. В следующем лете мейкап ждите, я закажу обязательно у вас этот продукт. Так, поэтому, да, рекомендую этот продукт, и он по хорошей цене на сайте, немножечко даже дешевле, нежели в магазинах. Следующий продукт будет с этой же линии, от Fresh Juice, тоже с апельсином и манго, с маслом амаранта, только это будет уже крем-масло для тела. Это действительно крем-масло, оно в ручках как маселка, оно очень экономичное, оно хорошо распределяется по коже, приятно пахнет, его просто хочется съесть, хорошо впитывается в кожу, не оставляет никаких липких следов, у вас нет такого желания вот это все стереть и потом одеться. Намазались, и вам нужно одеться или там отлично, или куда-то уйти, оно очень быстро впитается, не ставит никакой липкой пленки, поэтому вы можете, не боясь, одеть любую одежку, и да, тоже бюджетно, тоже классно. Кстати, скраб я получила в подарок на свой день рождения от мейкапа, очень довольна, спасибо вам огромное. И это, кстати, да, украинская косметика. Оба средства по 225 мл, и, девчонки, для украинских средств это очень бюджетно и очень круто, и эти продукты остаются моими must-have'ами на следующее лето, поэтому закажу обязательно, без раздумий. Следующий продукт, который я вам покажу, это будет по уходу за лицом, это будет вот такой тоник от Biocon. Давайте прочтем, что здесь заявлено. Тоник глубоко очищающий для проблемной кожи, он против прыщей, черных точек. Защита кожи ионами серебра, он дерматологически протестирован. Хороший бюджетный тоник, стоит порядка 35 гривен. Не оставляет никакого неприятного ощущения на коже, легкий ненавязчивый аромат. Здесь идет 240 мл, что, вот я вам скажу, является большим минусом. Лично я не могу такого большого объема использовать тоник. Мне быстро надоедает, и я
не добиваю, а мучаюсь, каким бы он даже не был крутым. Мне вот нужны тоники по 100 мл, но здесь же есть очень большой плюс, это его упаковка. Он сделан с хорошего плотного пластика и с хорошим дозатором, который позволяет удобно наносить средства на спонж. Девчонки, если у вас нет такой проблемы, что вам быстро надоедает тот или иной продукт, и вас не смущает 240 мл, то вот это средство как бюджетное и очень хорошее, которое справляется со своей задачей, очень хорошо освежает кожу, кстати, тонизирует ее очень-таки хорошо, то я вам могу его порекомендовать. Следующий продукт, который будет, это будет продукт по уходу за губами. Это будет такой бальзамчик от Himalaya Gerbal. Бальзам для губ с маслом зародышей пшеницы и с маслом семян моркови. Питает и защищает губы от высушивания и растрескивания. Действительно, бальзам справляется со всеми заявленными здесь свойствами его. Если вот у меня полопались губки, я на ночь наношу, он действительно подлечивает, залечивает и на... На следующее утро у нас, получается, губки гладенькие, мягенькие, и как никаких трещинок не было. И вот этот бальзам очень тоже бюджетный, относится вроде бы как к натуральной органической косметике, если я не ошибаюсь. У него вот такой носик, но единственный был у меня минус, так как у меня лопнул вот здесь тюбик, и это мне усложнило его использование, поэтому он у меня нас так долго остался. А, очень такой вазелинистый, он... Текстуры на губах приятен, его не хочется стереть, он не раздражает, это дает приятное скольжение, пахнет детскими розовыми жвачками, ну, короче, с детства. Поэтому тоже вот это рекомендую, хорошая бюджетная вещь. Осенний продукт, это будет уже декоративный. Это вот такое вот средство для бровей от Eveline Cosmetics, это у нас Art Makeup Professional. Это тушь для бровей. Первое мое мнение было, я ее закидала... палками, плохими словами, но я забираю свои слова, тестируя ровно год. У меня этот продукт уже почти подошел к концу. У меня в черном оттеночке. Я могу сказать так, одним взмахом кисточки он классно прокрашивает, хорошо улаживает, лично у меня. Я много спорных мнений начиталась по этому продукту, но действительно он завоевал мое внимание, он хорошо улаживает, хорошо прокрашивает, у меня есть местами нету волосиков, и он закрашивает, делает эффект, что у меня там есть волосы, держит тоже неплохо, его можно наслаивать для более такого яркого эффекта. Продукт тоже очень бюджетный был. Я заказывала его своей подруге недавно даже, потому что ей тоже очень понравилось. Заказываю уже больше года, и думаю, буду дальше заказывать, и не думаю, а буду заказывать, потому что сайт стоящий. И, девчонки, спасибо, что вы были со мной, смотрели мое видео. Надеюсь, где-то это видео было для вас информативным и полезным. Если вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал. И до скорых встреч, всем пока-пока!